В этом году встречают 21-ю годовщину и первую годовщину состава Российской Федерации. Надо сказать, что Татарстан очень много сделал для того, чтобы в Крыму вот этот процесс прошел мирным путем. Мирным путем. Президент Татарстана 5 раз побывал здесь, в Крыму. Каждый раз приезжая с делегациями, с депутатами, с религиозными деятелями, президент останавливался в каждом доме, у каждого активиста. Он практически со всеми членами Меджлиса пообщался. И благодаря и членам Меджлиса, и благодаря президенту, мы все вместе сумели вот тот период пройти мирным путем. Это очень большая заслуга всех нас. И хочу сказать спасибо большое, что нашлись мудрые люди, которые сумели отстоять мир. Как говорится, все мы близко знакомы и всегда мы с уважением относились. Ну, дело там, наверное, какая-то политика вмешивалась. За кого голосовать, но это мы во внимание не брали, это другая жизнь, да? Всегда оставались друзьями. Это очень важно, потому что настоящие друзья, настоящие мужчины, они, в общем-то, понимают жизнь, что она по-разному складывается, но никогда не забывают свои личные взаимоотношения. Я всегда старался бывать на всех ваших мероприятиях, потому как считал, что Татарстан, татары Поволжья, казанские татары – это все-таки наши, как я говорю, Дин Хардашлар, Кан Хардашлар, да? Мои братья. Но в последнее время, когда я посетил пару раз Татарстан, я вообще был удивлен, поражен даже, можно сказать так, приятно, насколько любят историю свою в Татарстане, уважением относятся. Это пример, я бы сказал, всем пример. Потому как я немало стран был, в том числе в разных республиках бывшего Советского Союза. Это пример, которому следует подражать.
оно парламент Бәйрәм белән. Шундый матур костюмнар белән каян килдегез сез? Ялтадан. Ялтадан. Чура общинадан. Ансамблебез безнеке Чишмә. Җырлыйсыз инде? Җырлыйбыз, сөйлибез, шигырьләр сөйлибез. Мен айтасым килә, менә безнең гармонистыбыз, безнең братыбыз. Вот без өч туган. Исеме? Хәле. Ул да Ялтада тора. Ялтада. Менә без, менә без. Аккомпаниатор да үзегездән, җырчылар да үзегездән. Үзебез. Бер семья. Җәмил абый, ничек анда Севастополда татарлар тора? Әйбәт, яхшы, рәхмәт, яхшы. Яхшы, әйбәт, сәләмәттеләр Севастополь татарлары. Россиягә күчкәч үзгәрде бу нәрсәдә? Нәрсә үзгәрде? Россиягә күчкәч, вроде все яхшы, нормально. Нормально. Тапшырулар барамы радиода? Тапшыру бара, хәзер бу звонить итте. 1999 радио тенә булмаган, бүген була. Звоните хәзер. Хәзер кемгә звонить кем инде? Ничәнче тапшыру инде? 1999. Киләсе буласы 200 булачак, яңа елда 200.